Сейчас мы... Карабин надо было через плечо перекинуть. Опа! Перекинем сейчас. Лучше на лыжах стоять, чем в корыте там болтаться. Здесь хоть немного двигаешься, так все равно согреваешься. Где-то нет, нет, да. Так что вот так вот и ездим. Ладно, едем дальше. Шампуху прибыло, еще одного подцепили. Уже вереница побольше. Все это пропиливает, надо все равно снегом положит. В следующий раз можно уже и не проехать. Опа. Кончик пустой. Бобер ползал. Бобер лазил. О, бля, все замело. Что-то все замело. Непонятно. Нитки порвал. У меня даже проволоки с собой. Ладно. Бросим. Вот. Пять. Лежит. Что делать надо? Проволоку взять. Да. Как-то бы его еще отвязать. Опа.
как на какой-то кустик намотался, охереть. О, лапище, да. Хорош бы. Долго сидел. Ой, ладно, что, хуй на нём. С тремя лапами проживет. Вот без зубов он не проживет. Если он, конечно, их не поломал об капкан. Бывает, ломает. Посмотрим, как Саня прокатит нас по полю. С ветерком или нет. Что, руки околели уже. Ой, да, ой, у меня аж кода. У меня неровные. Ремень. Утянули его нахрен, видишь, он легкий, больно это. Повторим сейчас, что. А ты мышь не поуебался. Перевернули. Он, видишь, еще сидит, заснул, наверное, там. А я не знаю. Горит красно. Ну, значит, снимаю. Ну давай. Она... Как на водных лыжах? Холодно просто. А? Я говорю, весь сырой, да как бы. Прохладно. Блять, погода-то вообще. Блять,
Погода-то как в феврале. Метелище вообще, вьюга какая. Да, нахуй. Ничего не вижу, а. Ой, блин. С ветерком, бля, прокатились. Да. 8 января, погода как в феврале. Погода-то. Я говорю, как в феврале. Так. Так я про что и говорю, что смысл? Надо отсюда как-то заходить. А, ну, заходите, да, шай, я так вот, нахуй, лабурай, кто нам поставил. Чё ты не замёрз? О, порозовел, а то, блин, а то бледный, бледный был, ага, Саня. Сейчас так ни хрена. Самые плечи, блядь, тебе кто-то ткнулся, блядь. Решка не подвела, не спала. А, у меня два, да, так? Да нет, другие ролики в интернете. Ну что, это сам на видео снимал, что ли? Так все, сниматься, наверное, что, гри? Гри. Ну, так все. Ачик, запись идет. Как не надо ездить на веревке и в санях, на. А не знаю, почему садить даже не болится. А главное, я уже заваливаюсь туда, вроде. Серега, туда, я еще левее, левее, и так мы смотри, Бухова нахрен. Я тебя переживаю. Вот падлык виноват. Я-то, блядь, сука, туда уже нахожусь, нахуй. Вот так вот так ехали-то мы. Замните, завалились, заваливаются. Смотрю, Димка сюда за меня уходит. Че, бывало-то, когда за Бурана-то едешь, вообще вот так вот едешь, вот Буран идет, и ты так рядом с ним. Буран был, обгоняешь, едешь, блядь. Как, блядь, на ровном месте завалил, блядь. Я думал, он уснул, ладно. Я потом уже подумал. Я тебе говорю, что я еду, не бывал, я бы не валялся, 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 я бы не валял
Ну, блядь, кради за спину нахуй так. Блядь, нихуя забыл. Погода-то вообще просто... Просто сказка. Просто мышка. А ты не дал. И красота. Заводи-ка грей, а то холодно, однако. Ладно, мы туда не уехали, там, наверное, все перебухало вверху нахрен. Там-то все перемело, наверное. Че, как в феврале? А вот вместе все дают, так перебухают. Да-да-да. Целая, блядь. Ладно, разряжаемся.